Друзья, приветствую! С вами Дударев Денис, директор ивент-агентства Double D Project. И сегодня у нас обзор уникальной площадки под ваше мероприятие. Это частный аэродром. Значит, смотрите, вот начиная оттуда, с левой стороны, заезжают наши гости. И вот это вот все огромная длинная взлетная полоса, где мы можем разместить от 10 до 1000 человек, если это корпоратив, выставка, презентация, ярмарка или open air. Значит, сейчас у нас гости располагаются вот здесь. Сейчас у нас уже вечер, поэтому обычно в это время у нас автопати. Тут у нас стоит пати-ван. И здесь у нас происходит лютый движ, лазерное шоу, диджей, столики. Немного левее мы можем поставить нашего бармена с коктейлями. По этой площадке мы распределяем шары, RGB-столы. И вот там огромный паркинг, либо же open air на 1000 человек. Значит, во время дневных полетов, это с 2, с 10 до 6 вечера, у нас есть 3 самолета, где гости, ожидая вот на этой площадке, сейчас, конечно, не очень она выглядит, в общем, они здесь ожидают, там у нас стоит бармен, и там у нас барбекю, шашлычки, перчик и огурчик. И наблюдая, отдыхая, кушая шашлычок, вы будете смотреть, как ваши гости взлетают, садятся, взлетают. И буквально через месяц у нас будет готова вот эта площадка, которая уже будет выглядеть нормально, красиво, четко. А самый большой плюс, что соседей у нас нету, поэтому тусич можно делать до самого утра. Лучшие вечеринки с Double D Project.